За прошедшую неделю на территории Надымского района дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано. Оформлено 15 ДТП с материальным ущербом. Проведено 3 профилактических рейдовых мероприятия. Было задержано 3 водителя в состоянии алкогольного опьянения. К ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок было привлечено 10 человек. На штрафстоянку поставлено 4 автомобиля. Задержан один водитель такси без лицензии. Всего за неделю госавтоинспекции Надымского района было выявлено 310 нарушений правил дорожного движения.